Газу, газу! Бро, ты профессионал. Да? Вдвоем тяжело, капец. Ну. Сделал мне казацкую саблю, слышишь? Лянька, Майкл, ручка сцепления. Сейчас переключаться даже легче стало. Впал? Ха, впал, я вылетаю, и это на меня летит. Да нет, я не мог остановиться, я его не тронулся потом. Речка прикольная, да?
Что? Подними, попотеет. Ну-ну. Смотри, какой берег обалденно. Поедем дальше. Я тебе скажу, съезжают берега немножко. Смотри, чтобы не бок не утащило, не выйдем. Я тоже так подумал. Что-то так оно идет, двоечка, им там вообще не сладко. Интересно, может, с той стороны заехать? Куда ты заехал, бро? Блин, тихо, аккуратнее, чтобы не ушел. Думаю, знаю. Заехали. А то километр. Так ехать-то, я думаю, что... Река Днестр. Херовая идея. Тут разворота просто нереально развернуться. А? Развернуться нереально. Да якось бы на ту сторону прибрать, возьми чуть правее, говорят. Одному трохи легше, бо двом піздос вообще. Можна типа тут лишити пройтись? Що, за... нету, нету проїзду? Ні, та є, але я щось переживаю. Та двигаємо, якщо що. Уже є, що? Уже двигаємо, якщо проїхати. Ще сказали, а вже кажіть Б. Ну. Нехер спати. Раз. Нехер сикляти, да?
Проехал. Думаю, что надо разворачиваться. Болото? Там болото пиздец, ему надо пройти. Прием, прием, что там куда-то? Ехать и дальше еще нет? Я не еду. Да не, бро, стой, стой, наверное. Пешочком, пешочком идем. Так, сквозь дебри, кусты, понад рекой. Мы все-таки добрались до какой-то достопримечательности местной. Где нас съедают комары, но мы не сдаемся, идем вперед. Какая-то скала здесь, не знаю. Короче. Ну тут бы точно не доехали. Хотя может доехали. Да тут ночевкой мы не доберемся. Вот такая яма. Аккуратненько. Тут, я думаю, местные пешком только ходят. Кастрик кто-то полил. Прикольно. Да, рыбу. Чую, рыба ловит. Рыбу ловят. И штычки. Что это за река? Днестр. Слушай, тут все берега уже, как сказать, обойденные. Все распилено, тут тусят люди, походу. Ну да. Что сказать? Красиво. Так, прибыли. Местная достопримечательность. Скалы без названия. Дай подчекал куку, бро. Торба. Кто-то тут ночевал уже. В общем. Ничего себе. Чем дальше в лес, тем больше дров, да? Ничего себе. Отвесная ровная скала, да? Выпускники 96-го. Раньше такие самые, только метров на 100 выше еще. Прикольно. Понад морем, в смысле? Да. Такие камни прикольные, слышишь? Глыбы прям отвалены. Після останньої проведення це, по-моєму, і впало. Кошмар. Головне не кручати, щоб не це не подавило. Ну, давайте на фото. Дністр. Увага. О, вдихається карпа. А песок как на пляже, слушай. Ну, Майки, сделай фоточку. Песочек как на пляже. Ну, река глубокая. Смотри, тусят на том берегу люди. Тут на рыбалочку хорошо. Не, прикольно. Песчаник,
спадает сейчас сейчас. Уже ночью много свежего выпало. Живее было, да, было. А что, машину и лег? Там что не видно, что там дальше. Вот, с той стороны было бы красивее, наверное, да? Тогда было гарно. То на том посидит и помедитирует. Бежим дальше. Песчаник. Песчаные скалы. Затвердевший песок. Вот, то есть машина там двери клацает. А вон на той стороне. На той стороне. С той стороны, напевно, выглядит гарно. Да, обалденные рыбацкие места. Что, не помогает? Ну все, тут, наверное, вот этот берег-то и все. В принципе, тут дальше можно и до Молдавии дойти. Понад берегом, но смысл. Красиво. Сейчас нифига-то пшикалка не была. Да. Я отработал передачу, чтобы погнул. Да? Ага. О, класс. А вот так мы здесь запарковались. Что, Ерёк? Красота, что сказать. Обалденно, просто. Шикардос. Так, мы какой путь пробили здесь? Еще просто по кустам тупо. Валим, 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 валим. Что, продолжаем путь. Выбираемся из этих дебрей. Достопримечательность. Посмотрели, едем далее. Вот тут стоим. Хорошо. Let's go. Ты готов? Едешь? А? Сразу до відказу. Хорошо бы. Срака. Ху. Ху. Жопа, да? Ага. Давай. Погнали.
Рипер, да? Ну. Ты накосил, смотри как. Ну да, видел я. Травички кожа. Там едет или нет? А, едет. Бурчит. Не, ну что. На разочек съездить, посмотреть, что оно такое. Стали на мосту, а здесь речка такая. Вон чувачок на рапторе приехал на Ямахе. Берег такой раскопанный. На всяких баги, моту, квадриках можно кататься вообще без проблем. А рыбу там ловят. А вон там люди купаются. Расстелили палатку. И тусят. Там, правда, мелко, по пояс.
Ну тоже ничего, на природе все-таки. Малый он на велике. Так, наши друзья подъезжают. Хорошенький такой, да, квадрик? Обалденный.